участием нашего россиянина Роберт Шведобадзе. Он в белом кимоно. Его соперник, представитель Республики Таджикистан, Каюмзода. И вот Каюмзода попытался, но так, на грани стягивания, на грани ложной атаки было его действие. Так, прессингует. Так, провоцирует выход за пределы рабочей зоны. И он в низкую стойку становится, Каюмзода. Мате, команда. И наказание вот за эту низкую стойку, за перевод в неваза без проведения технических действий. Вот. Преимущество. Чувствуется преимущество Шведобадзе на татами. Вот здесь вновь у него в захвате имеет преимущество. Попытался сейчас атаковать Каюмзода и получает первое наказание Шидо за низкую такую блокирующую стойку. Есть хороший захват, есть подсечка Коучигари, такая изнутри подсечка. И сдается. Молниеносно переход на удушающий прием. И уже своего шанса не упускает Роберт Шведобадзе. Вот такая быстрая, уверенная победа в первом поединке. Прочувствовал.